Arızda yazganını görsen benim ağzım aytuğa varmaydı. Bu действительно мына комиктерде олай жазмайды да. Айтып көрүңүз. Айтып көргөндө барбы? Мен түнгү саат 4'te барып, уну үйүнө кирип киндеги демокасоны уруп кулатып, катын алып чыгып кеттим. Арыз өзөнө алып барып, да эки аягын булай коюп-коюп, бар тилекин истеп киндеги акырында бүтүргөн буруп киргизип жибердим. Түшүнбү? И сосын жанымдагы адамдар келгенде айткан. Буну алып кинде мен сууга атып жибердим. Мындай адам биздин ауылга керек эмес деп. И жанында адамдар айтып, өлүп калса эрте бизди соттоп жибереди. Sonu için o ayını kurtarıp alıyor deyip, ayını kurtarıp aldı. Demek prişol, sukafront spraşıydı beni. Я говорю, откуда сукафронт? В прошлом году я все отморозил, я говорю. А потом он, смотрю, кого-то зовет с машины. Он на своей машине, на семерке приехал. Смотрю, там девушка, которую я не видел ни разу в жизни. Его зовет. И приводит ко мне, говорит, знаешь ты его, говорит. Она говорит, знаю. Как его зовут? А кто он, говорит? Это Шаплат, говорит. А меня не Шаплат зовут, меня Азат зовут. На этой же машине он тебе изнасиловал, говорит. Мою машину показывает, у нее ручка и бумага у нее в руках. И мне, ей показывают, вот этот номер показывают. А потом я зазлился, отругал его, потом выгнал я его. Я говорю, смотри, я тебе башку на два разобью, сказал. Потом уехали. Через неделю уже мне полиция домой приехала, вызывает на следствие. Приехал, как было, так и я рассказал все. И на этом уже начался. Потом на кожаный веронегис вывезли нас. Все, мазок взяли, кровь брали. И в Чимгет ездили. Лично я сам, генерал я зашел. С генералом беседовал, все, объяснил все, что к чему все. И все, на этом все продолжается каждый день. Уже позорит. У меня 8 детей, 24 внука у меня. Уже позор, даже я не могу. У нас куда и свадьба есть, я не могу ходить даже от позора. Один повесился из-за этого, один повесился. Он умер бедный.